23 ноября знаменитому дуэту «Громкие рыбы» исполнится ровно 3 года. Вот уже на протяжении 3 лет Тимур Исмаев и Кирилл Карамов воплощают свои творческие идеи и радуют своих поклонников все новыми и новыми видеоработами. А ведь история их создания зародилась еще со студенческой весны. Однажды мы были студентами, и мы занимались студенческой весной. Студенты — это весна, все логично. И что-то так получилось, что мы начали туда снимать видеоролики. Сняли несколько видеороликов, и получилось так, что как-то нас порвало. Один из видеороликов у нас занял 260 тысяч просмотров. 2 миллиона 600 тысяч просмотров. Вот. У нас получилось снять несколько хороших видеороликов, и нас позвали на Универ ТВ работать здесь. И здесь реализовывать свой талант. Свой день рождения ребята начали праздновать уже 21 ноября. В этот день они пригласили всех, кто когда-либо принимал участие в создании их юмористических видеороликов. В честь нашего 3-летия мы решили собрать всех людей, которые когда-либо снимались у нас за 3 года во всех наших видеороликах. Пришло 10% лишь. Но это уже 20 человек, на самом деле, что немало. Это наши все самые, так сказать, востребованные актеры, которых мы чаще всех зовем. Вот, они пришли. Мы обещали фуршет, но... Но видите, да, если бы мы не обещали фуршет, то было бы еще меньше, так понимаете? Пожалуй, в Казани не найдется ни одного студента, который хоть раз не смотрел или не слышал об их нашумевших видеоработах. Ведь чего только стоит гречка в зубах или все любят программистов? Хотим мы покорить российскую аудиторию. Это YouTube. Вот, он пока еще у нас не покорен так до сих пор. Территория пока еще неизведанная, незавоенная, там еще нет наших флагов. Вот, так что скоро, я думаю, вот такие планы у нас впереди. Ну и, конечно же, можно снять полнометражный фильм, почему бы нет, мне кажется. Это всегда хороший ответ у любого видеографа. Да, я планирую снять полнометражный фильм. Надеемся, что Тимур и Кирилл еще долгое время будут радовать своих поклонников своими работами. А может, в будущем они воплотят в себе все величие Мартина Скорсезе или Кристофера Нолана и снимут свой полнометражный фильм. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.